отличное настроение, классные эмоции, выиграли, забрали 2 очка. Готовимся дальше. Настроение положительное, серия продолжается, работаем дальше. Здорово, что удалось победить. Ну, начали хорошо атаку, там Слава Основин с Горби перепасовались и нашли меня. Мне там уже оставалось только попасть в рот. Долгожданно, конечно, продолжительное время не забивал. Естественно, нужен был этот первый гол, и для любого нападающего это важно. Это придаст дополнительной уверенности. Ну, там хорошо поборолись, там вся пятерка слаженно действовала. Там получилось вылезти и дать на Славу. Как бы, ну, он, можно сказать, новый игрок в команде, и этот гол поможет ему еще больше адаптироваться и добавить уверенности. Случилось, что Вадик очень здорово сыграл под воротами, потом развернулся и отдал на пятак. У меня получилось бросить в касание и забили гол. Ну, за счет правильных действий. Много бросали, лезли на ворота, как бы. Все это в совокупности. Ну, прежде всего, наверное, первые 2 быстрых гола, ну, пошли на пользу. И в нужный момент Колос подтащил, когда надо. Здорово сыграл, ну, собственно, и заслужил свой сухарик. В Лехе мы никогда не сомневаемся, он каждый матч нас выручает. Он прекрасный вратарь, делает свое дело. Нам остается только забивать голы. И видел, и слышно. И здорово, что у людей появилась возможность, и они пришли и поддержали нас. Болельщики супер. Даже здесь они есть. Ожидания от Питера? Ожидаем хорошую, быструю игру. Не менее интересную, чем была в Минске. Надеемся на хороший результат.